Дисклеймер. Привет, сегодня мы с тобой продолжим проходить растения против зомби. Так, у нас садзен сразу капелька показывается. Давай польем растение. Так. Так. Монетка, монетка. По магазину. Ну, покупать я не хочу. А, подожди. А, подожди, нам и даже и не дают возможности купить новый цветок, да? Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Давай назад. Куда? В меню. Пазлы, кстати, новые что-то. Не, новые откроются только, когда мы полностью приключения пройдем. Там опять вода. Так, не, я не согласен, верните назад. Там у меня опять сад. Что-то приключилось, ага, чувак. Не, с баскетбольными мячами. Не с гамбургерами. Давай назад в меню. Садзен. То есть надо еще поливать. Ладно, ладно. То есть раз в день получается, да? Ну, допустим, допустим. Сейчас им опять вода нужна будет. Ага. Ага. Так, так. Еще разок. Да, нет. Нет, уже удобрение надо. Так, допустим, тебе надо? Ну, ему по-любому тоже надо, только он что-то тормозит у нас. Ну все, теперь точно, наверное, сегодня уже ничего не надо будет. Продолжим приключение. Уровень 5-6 у нас. Давай тоже 6, 7, 8, 9 и 10 пройдем. То есть 5 уровней сегодня. Как всегда, берем так и так. Берем так, так, так. Кофейное зерно и чеснок нам не нужны. Берем так и вот так. Ну все, что ли? Так, тыкву мы помним, это нас не спасает. Ну ладно, берем просто орех и все. Кстати, вот это вот, падла. Он по... Как? Что? Как? Не, давай лучше возьмем. Это хотя бы тыква будет спасать от чувака с бейсбольными мячами. Когда он будет кидать их по цветам, тыква хотя бы будет принимать урон. Потому что, я так понимаю, эти баскетбольные мячи могут попадать вообще по-любому здесь цветку. Не обязательно по самому первому. Вообще, хоть по заднему будет кидать. Рановато, рановато. Давай так. Угу. Так. Так, пока он долго идет, долго. Берем. Берем. Ставим еще одну. Нам надо копить сразу на двойной подсолнух. Давай. Так, так, так. Потом будем покупать всякие. Что там? Зернопуль, так это. Капуста, пульта, вот эту вот кукурузу. Это все потом возьмем. Сначала нам надо подсолнухи получить, чтобы. Солнышки в любой момент мы могли забирать. Так, хорошо. Все, теперь можно уже покупать защиту. Пока нет никого. Хорошо, ждем. Случайные места тоже нет смысла пока ставить, потому что у нас ограничения пока что есть по количеству солнц. Угу. Так, вот теперь можно ставить, когда следующий пойдет. Как дело? Ага, вижу. Вот здесь уже можно ставить. Так, 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 так. Сейчас еще один двойной подсолнух можно будет поставить. Солнышки забираем, забираем. Забрали. Хорошо, еще один подсолнух у нас тоже есть двойной. Добили, отлично. Забира... Опа, внизу идет. Вот внизу можно сразу двоих вот таких вот поставить. Потому что, ну, этот прочный. Давай пока горшки тоже поставим. Два ряда новых. И будет достаточно. Ставим так же. Так, так, так. Ага, вижу, сверху идет. Ставим так. Капусту тоже поставили. Горшок. Пока все отлично идет. Блин, но у меня все равно очень мало солнца пока получается. Если понадобится тыква срочно... И шаншо, я не успею ее поставить. Вот этот урод на канате. Вот самое ужасное будет. Это когда он заберет двойной подсолнух. Вот это, конечно, гнида редкостная. Давай, так, так, так. Ставим тоже двойной. Это будет самый неприятный момент. Солнце забираем. Все, 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 все. Пока все нормально. Ага, вот посередине нужен. Угу. Ну пока неплохо, неплохо. Там вроде никого супер прочного, крутого нет, правильно? У нас так как знакомство с новым зомби, это с баскетбольным мячом, аж пока ничего страшного.
Что? Так, так, смотри, он даже не успевает дойти. С конусом уже не успевает дойти, чтобы сожрать горшочек. Так, нам еще два двойных подсолнуха надо, и нормально уже. Все хорошо, хорошо, хорошо. Забираем, забираем, забираем. Здесь капусту сажаем. Все, так, если что, первую волну мы уже готовы встречать. Ай, нет, не готовы. Ты... Блин, подожди. А может он все-таки будет атаковать первый ряд? Так, ты давай, умирай быстрее. Может он будет все-таки первый ряд атаковать просто изначально, как только подъедет, я вот думаю. Может в этом прикол? Потому что если так, то это вообще отлично. Тогда я не против. Тогда это вообще фигня. Сейчас проверим. Но в первую волну он вряд ли должен пойти, во вторую скорее. Не туда я, конечно, грузку посадил. Надо вот сюда вот было. Все, по подсолнухам у нас все просто, зашибись. Вот он поехал. Зараза, подожди, подожди. Он в самых дальних. Подожди, он все время в самых дальних. Да, он атакует только... Подожди, атакует только цветы. И попадает в них, понимаешь? Это плохо. То есть тыква вообще не спасает. А че, сколько у него здоровья, слышишь? Он только начал дымиться. Нифига себе. Он какой-то сверхпрочный. Но если что, то не страшно. Пускай он забирает, даже если один двойной подсолнух заберет. У нас уже более чем достаточно солнышек, чтобы посадить еще раз. Одинарный, а потом сверху двойной. Эй, я сказал, конечно, достаточно, но это не значит, что прям надо наглеть. Так, надо еще одну кукурузку туда посадить. Блин, каждый дан долго пополняется. Прекрати ты это делать. Ну, чисто, чтобы себя успокоить. Я знаю, что это не помогает, но так, чтобы спокойнее сиделось. Может, анимация тут неправильно. И начинает мигать подсолнухи просто так. Так, ага. Так, все хорошо, хорошо, хорошо. Так, все отлично идет. Еще надо кукуруза. Может, еще один ряд высаживать? Да, еще один ряд. Почему нет? Тем более, кукуруза лишней не будет. Да хорош. Вы в него так кидайте, вы что сидите-то? Масло где? О, вот урод. Все-таки уничтожает, да. То есть тыква вообще не помогает. Ну, тогда я даже, чтобы себя успокоить, не буду ее сажать. Потому что я вижу, прям конкретно вижу, что это бессмысленно. Жалько, жалько. Так, 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 так. Поставил, поставил, поставил. Все идет, идет, идет. Так, вы масло побольше кидайте, да-да-да. Слушай, он туда же поехал, куда я только что посадил. Свежий двойной подсолнух. Вообще борзел. Ну, следующую волну, конечно, последнюю, финальную, я прям встретил. Смотри, насколько круто. Тут реально ни один уже зомби не пройдет против такой-то обороны. Да-да-да, ага, удачи. Да все, вы даже не успеете подойти, вам уже жопа. Эй, а вот так вот не надо делать. Блин, 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 вот так. А, это ж одна волна, где и зомби... Ах ты, сука какая. Это ж одна волна, где и зомби идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, колпаком этим, как с дорожным конусом, вот, и бросающийся зомби, заколевал, ты его уже убил, козел. Было бы отлично, если бы у двойного подсолнуха еще и здоровье, блин, было бы двойным. Так, хорошо, что за кустик? Так, чисто посадь, чтобы с крыши не уходить. Так, пальма-зонтик защищает ближайшие растения от катапульт и зомби на тарзанках. Отлично. А каким образом оно защищает? Всех по кругу или типа вперед-назад, лево-право, а боковые вот так по диагонали не защищает. Так, это сейчас надо будет проверить. Берем так-так-так-так-так. Кабачок так, ну и все. Видал? У нас так настолько, блин, бедный выбор, что прям, ну, вообще нечего выбирать.
Так, я вообще не задумываюсь перед выбором. Просто, что здесь вообще можно использовать, то и использую. Так, не-не-не, нужны подсолнухи. Пришли. Хорошо, сразу картофельную мину ставим и не отвлекаемся на него. Мозги. Угу. Хорошо, так, у меня уже двойной созрел. Вы мне солнышек побольше подкидывайте. Вот это вот место и вот это вот мы под пальму оставим. Три волны зомби финальные. Они многовато ли, ребят? Вы чё? Так, мина нужна. Картофельная есть? Как странно, что картофельная мина взрывается, но при этом горшочек не уничтожает. Хотя это было бы логично, согласись. Мозги. Так. На всякий случай сажаем так. И сейчас я надеюсь, посмотрю, как оно работает, нет? И насколько хорошо работает. И если что, еще вот сюда вот будем сажать. Вот сюда, да, тогда будет идеально, если оно еще и по диагонали будет защищать. Хорошо, вот здесь вот. Вот и проверим заодно, как это все работает. А, фу, я забыл. Я смотрю, тут зомби уже близко подошел. Я картофельную мину как-то забыл, что я ее поставил. Так, ставим второй подсолнух. Ай-яй-яй, это была резкая ошибка, конечно. Надо быстренько. Очень много надо солнышек, ребята. Во-во-во, молодцы. Но это только на один. Еще один нужен. Нет, капусту я не хочу ставить пока. Быстро. Все отлично. Так, все, теперь ждем, просто ждем. Ох, ну не ты, конечно, масло кинул. Ой, не тот. Зая, конечно, не... Давай вот так вот сделаем, ладно. А, ты еще дошел, слышишь? Да хватит жрать-то. Ты его вообще добивать собираешься, нет? Наконец-то, молодец. Плохо, что маслом добил. Делаем сразу так. Нет, зря я капусту не беру. Капусту надо брать, все. Надеялся чисто кукурузой справиться, зря. Так, я тебя понял. Нет, на это я не поведусь. Ага. Так, мне надо еще соточку. И желательно побыстрее. Чтобы еще двойной подсолнух поставить. Давай, быстрее. Раз. Раз-два. Давай. Так, молодец. Сейчас уже первая волна пойдет, а я не совсем готов к ней. Так, и вот сюда кукурузу, и тогда более-менее... Нет, и вот сюда вот тоже понадобится капуста. Капуста. И тогда я готов к этой. Угу, молодец. Блин, я вот сюда надо было сажать еще один цветок. А хотя у меня тогда тут защиты вообще никакой не будет. Так что не, нормально все. А, не, вот сюда вот можно в целом защитный цветок поставить. Тогда нормально все равно. Так, вот так примерно. И кукурузу тоже сюда. Так, ну пока более-менее нормально. Только вот это вот масло бы отлично, молодец. Последнюю секунду, правда, но все равно молодец. Ай-яй-яй-яй-яй, прекращай. Давай вот сюда вот тоже кукурузу, чтобы масло просто чаще падало. Так, и сейчас еще кое-что по-другому чуть-чуть сделаем. Смотри, если успеем вообще. Быстрей! Так. Ого, настолько прям одновременно все быстро сделали. Вот так вот. И вот здесь вот тоже еще один. Еще одну пальмочку поставим. Все, я надеюсь, они не успеют дойти. И придется вот этот вот ряд тоже поставить. Ох, как много сейчас потрачу солнышек. Вот это вот все поставить, блин. Так, давай еще одну. Так, мне не нравится, что этот так близко подошел уже. Хоть немного, ребят, напрягитесь, а. Так, он сейчас сожрет уже. Молодцы. Так, молодцы, конечно, да. Ничего не скажешь. Так, вот, сейчас и проверим, как оно закрывает.
Да, но закрывай те, которые по кругу, отлично. Знаешь, я думал, пофиг, как, что там, кукуруза или капуста. Просто ставим для защиты. Ставим просто все. Все, что уже можно поставить, то и ставим. Хорошо, откинула. Откинула. Так, сюда надо еще передний ряд заставить и нормально. Так. Доходит. Мне не нравится, уже слишком близко подходит. Есть. Да, он же... Я уже удивился, да, он же откидывает. Слушай, хорошо хоть катапульта вот эта вот, пальма-зонтик, она не одноразовая. Это здорово. Интересно, а если две атаки одновременно будут, и зомби на тарзанке, и вот этот вот урод с баскетбольным мячом, тогда что будет? Сможет пальма сразу от двух отбить или нет? Здорово. Я так понимаю, лестницу он только на орех ставит, правильно? Ну и финаль. А, это только вторая волна пойдет. А вы чё вообще? Может, подсолнухи убрать и поставить еще по капусте? Как ты думаешь? А почему нет? Давай накопим. Мне уже хватает 5 рядов поставить. Почему нет? Слушай, нормально. Сейчас накопим чуть-чуть. Совсем капельку с запасом. Чтобы было, и поставим там тоже растения. Лучше побольше растений, правильно? Подсолнухи нам уже все равно сейчас не нужны будут. Уже более-менее нормально. Убираем и ставим лучше кукурузки, чтоб масла больше было. Да, потому что видишь, вот ситуация вообще жопа. Прекрати жрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Делаем так. Кукурузка. Есть. Так, нормально. Если что, у нас все равно солнышек будет более чем достаточно. Так, давайте, кто из вас даст, молодец. Так, теперь выкапываем. Не то. Угу. Ну все, более-менее нормально. Сейчас мы точно должны выиграть финал. Так, все хорошо идет, все хорошо. Давай. Масло за... Есть, масло отлично. Плохо, что все еще некоторые могут дойти. Это плохо очень. Давай последние два солнышка и все. Угу. Давай, наконец-то, все. Теперь ставим. Все, и еще запас из 700 солнышек у нас более чем достаточно. Если впереди что-то сожрут даже. Прикинь, сколько им надо всего сожрать, они ну просто не дойдут. Они подавятся за такое количество. Это что? Не сколько, ну мне достаточно 6 кукуруз съесть и все, я уже... Нормально перекусил. Можно ужин ждать. А тут раз, два, три. Еще и капуста, еще и пальмы. Фу, заколебутся жрать столько. Этот прям не сдается. Да, он еще по диагонали защищает. То есть это самое хорошее растение здесь у нас на крыше. Пальмочка. Без него вообще никак. Так, ну в целом вот я себе выбрал основную колоду. Ими тогда и буду пока играть. Добили. Финальная волна еще это. Да, удачи, ага. Ты видел? Он даже поставить зомби не может, потому что там отбивается. Ой, да, вообще отлично. Так, самых хитрожопых, которые все-таки получится съесть первые растения, я их кабачком нагорожу. Все выиграли. Что-то этот ряд вообще скромно. Иногда что-нибудь кидает еле-еле и все. Ну и все. А что за фигня?
А золотая рубашка дает вам серебряные и золотые монеты. Это прям идеально. Ты что за херня такая? Так, нет, подожди-ка. Золотую рубашку, ну нам некуда ее тут ставить. Это можно на первые уровни вернуться и там уже поставить ее. А сейчас нам она нафиг не сдалась. Есть что новое? Нету. Да-да-да-да-да. Так. Так. Ну, одно место осталось под пальму. Ну, остальное в целом нам уже все. Нам больше нечего, некуда. Сорян, но... такая колода. Все. Кстати, кабачок и мина в целом одинаково загружаются, да? Ага. Пришли. Это мы запомним. Слушай, что-то мне подсказывает, что у нас не будет здесь следующей локации. Типа ночь крыши. Мне кажется, ее не будет. Просто уже нечего добавлять, ну, по растениям. После этого уровня нам какое-то последнее должны дать растение. Все, а нижний ряд, оно чисто для фиолетовых. То есть те, которые мы в магазине покупаем, и все. И фактически, да, все. Так, что-то зря я это сделал. Хотя мина, ну мина долго будет. Кабачок поставить. Он дешевле в целом, да, сэкономлю. А у меня мина успела уже. Надеюсь, еще и вырасти. Так, успеет. Они долго идут. Тоже солнышко, бах. Так, давай. Не, это тоже идет, но этого уже не успею. Давай так. Нет, пока рано. Ай, не туда, ой, не туда я поставил. Как жаль, надо было пальму там ставить. Ладно, потом, когда накопим уже хорошее количество солнышек, там выкопаем уже. И тогда поставим пальму. Это, конечно, лоханулся, жаль. Ставим. Так идет снизу, так тут пальма будет стоять. А, ты уже жрешь, слышишь? Не образовал ли? Капуста. Ага. Так, ну нормально, пока держимся. Пальму сразу ставлю. Давай горшки уже начинаем выставлять. Так, нам здесь нужно кукуруза. И давайте капусту. Капуста тоже есть. Пока неплохо все идет. Ну, я думаю, этот уровень тоже пройдем. Ой, я забыл посмотреть, какие нас там зомби ожидают. Но я видел, там какой-то огромный, гигантский есть. И все, собственно. Так, во-первых, так. Во-вторых, а во-вторых, не хватает. Вы чего делаете такое? Так, боюсь, не хватит, пускай так будет. Хорошо, ставим так. Так, идет вот здесь, да? Это нехорошо. Это нехорошо. Нужен быстро горшок и капуста. Быстрее. Хорошо, замедлил, молодец. И капуста. Отлично. Так, двойной подсолнух пока еще не зарядился. Это очень долго будет. Так, что у нас? Тут кукуруза нужна, тут капуста. Есть. Так, думаю, пора менять уже тут, да? Хорошо. Не, пока не, пока рано. Вот так вот капусту ставим, и теперь можно менять. А, нет, подожди, двойной подсолнух надо сначала посадить. Есть. Вот теперь можно тут менять на эту пальму. Очень обидно было бы, если бы двойная пальма не только защищала от тех, кто сверху прыгает, а еще и снизу мешала своими листьями подкидывать вот эти вот все, кукурузу, капусту. Вот это было бы, конечно, сложновато. Так, ну что, ждем, кто там подойдет. Быстрее. Так, уже двойной подсолнух сейчас будет наготове. Держим солнышки.
А, ну первая суперволна что-то вообще маленькая, смотри. А, вот теперь, да, вот это угроза уровня мстителей. Так, давай так поставим. И, естественно, кукурузу. Масло, чтоб кинуло. Ну, они слишком близко подпускают. Ой-ой-ой-ой-ой, ну вы слишком... Не помогло? Вы что делаете? Ой-ой-ой, твою мать. Жопа просто, просто жопа. Охереть. Ты что творишь вообще? Малой, ты охерел вообще? Блядство. Ай-яй-яй-яй-яй. Охереть. А чё так жестко-то? Ты побыстрее можешь кидать вообще, нет? Пизда. Охереть. Нихера себе. А чё он такой жесткий? Пиздец. Не, ну кукурузы надо явно побольше. Кукурузы прям надо намного больше. Масла не хватает прям охереть сколько. Да и даже кабачок не справился. Ебать. Вы что творите вообще? Блин, а надо ли был нам тут зонтик? Я вот что-то думаю. Уже сколько играем, и все еще я не увидел ни одну тарзанку. По-моему, с этим я, конечно, не угадал. Хорошо. Мы быстро довольно-таки восстановились благодаря двойным подсолнухам, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Это все равно было очень опасно. Ставим еще один наряд, чисто кукурузный. Особенно вот этот вот. Ну-ну-ну-ну-ну, он же сейчас... Давай, есть, молодец. Добивайте быстренько, но не успеют быстренько, уже явно. Заколебал. Быстрее я. Это жесткий уровень, ты что? Ты представляешь, какой следующий будет? Я же вообще нихера не справлюсь. Да ну нафиг. Ой-ё. Я опять забыл про эти кустики поставить. Ладно, хер с ними. Предположим, что сейчас не будет их. Блять, сейчас по-любому в конце эта тарзанка будет, я уверен. Так, быстренько выкопать и поставить. Не, не надо. Твари, просто твари. Хорошо, хорошо, но пока справляемся, справляемся, справляемся. Вот здесь можно будет, если что, кабачок по-быстрому посадить. А вот этот все еще идет, и идет, и идет, и идет. Меняем здесь вот так вот. Хорошо. Слушай, малой прям вообще жесткий. Чего у него так много здоровья? Так, видишь, масло я не зря столько ставлю. Они его постоянно затормаживают, и он не успевает ничего сделать. Только вот давайте масло чуть-чуть чаще, пожалуйста. Во-во-во. Да-да-да, молодцы. Только не одновременно. В чем смысл? Он замедляется на одно и то же время от двух масел. Падла. Делаем так. Знаете, падла меню, чтоб ты подавился. Арбуз за 300. Дорого. Но он урона, значит, у него очень... Наносит большой урон, да, группе зомби. Группе? Группе? Чё за дискотека такая? Ой-ё, ну это будет очень жесткий уровень. И судя по всему, этот уровень и потом следующий, это будет финал игры. Поэтому оставим его на следующий раз. А на этом все. Все ссылки в описании. Пиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы я продвинулся. Также подписывайся на канал, чтобы посетить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.